Добро пожаловать на канал HardRest Info. Перед нами устройство Xiaomi Mi 11 Ultra, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве очистить историю браузера. Итак, вначале открываем приложение «Настройки» и закрываем все вкладки. Затем в правом верхнем углу нажимаем на троеточие и нажимаем «Новая вкладка». После чего опять нажимаем на троеточие и нажимаем «История». Здесь видим историю посещений наших сайтов. Можете удалить какой-то определенный сайт, просто нажав на крестик возле этого сайта, либо же очистить всю историю за какое-то время. Нажимаете «Очистить историю», выбираете, за сколько времени удаляется, например, за все время. И нажимаете «Удалить данные». Вот и все. История успешно очищена. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.